поговорим об отоплении. В этом году отопление в Самаре появилось 27 сентября. Первыми традиционно включили социальные объекты, школы, больницы, детсады. В городе готово к работе 110 котельных. С какими трудностями пришлось столкнуться в ходе работ, связанных с отопительным сезоном, и все ли дома в Самаре получили тепло? Смотрите программу «Совет моего дома» 17 ноября в 20:30. Гость в студии Юрий Козельский, заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии, администрация городского округа Самара, руководитель управления эксплуатации ЖКХ.